друзья. У нас на обзоре было уже очень много электромобилей, но это электромобиль, который немного перевернул все электроавтомобилестроение, можно так сказать. Почему? Потому что вам нужно реально посмотреть фильм, называется «Реванш электромобиля», вы поймете почему. Был такой автомобиль, с чего все вообще начиналось, автомобили электростроения, EV1. Потом корпорации сговорились и сделали так, решили, чтобы не было электромобилей, потому что это было всем невыгодно. Там General Motors на кучу бабла попала, короче, при всем при этом. И потом, когда Илон Маск решил все-таки сделать Теслу, короче, не буду дальше углубляться в подробности. Вот этот автомобиль дал толчок всем автомобилестроителям для того, чтобы строить электромобили. Наверное, из всех электромобилей, которые были у меня на тесте, эта машина с самым маленьким запасом хода на электрике, зато это самый дальнобой, скажем так, потому что автономно, без заправок и зарядок, этот автомобиль может проехать порядка 600 километров. Почему? Потому что на электрике эта машина может проехать всего-навсего там где-то 50-60 километров, ну по факту вот в реальности, то что у меня получается, хотя с другой стороны у нас на улице давит 40, тут сейчас времени 6 утра, и мы приехали сюда для того, чтобы поснимать, пока жары нет. Но здесь стоит двигатель 1.4 полноценный, с запасом хода где-то еще порядка, наверное, 500 километров. Соответственно, на этом автомобиле можно проехать за 600. Казалось бы, да, у автомобиля маленький запас хода на электрике, всего там 50-60 километров. Опять же, это в моем стиле езды, там можете сразу приплюсовать процентов 20 к этой цифре, то, что по факту получится у вас, если вы будете в обычной езде ездить. Но что я все время говорю, что электромобиль — это обязательно второй автомобиль в семье. То есть единственным автомобилем это быть не может, потому что вы выезжаете за город, вы выезжаете в другие города, электромобиль должен быть вторым автомобилем. С этим автомобилем достаточно всего лишь одного автомобиля, поскольку, ну пусть даже в день вы проезжаете порядка 100 километров, то есть 50 километров вы проезжаете на электрике, остальные 50 ни в чем себе не отказываете, вы проезжаете на бензине, средним расходом порядка где-то 6, ну может быть максимум, наверное, 7 литров, и в круговую у вас получится на сотку 4 литра. Учитывая стоимость бензина, в Украине это практически, да не практически, это доллар за литр. Очень многие водители ставят себе на машину газ. Ну, так же, как и у меня на Infiniti стоит газ. При наличии такого автомобиля, я очень бы хотел, чтобы такая система стояла у меня в Финике. Мне не пришлось бы колхозить, ставить газ и всем этим заниматься. Здесь сразу автопроизводитель об этом подумал. Соответственно, вы можете проехать 50 километров, еще 50 вы проезжаете на бензине. И в совокупности у вас получается 3-4 литра на 100. Это, собственно, и доказывает несбрасываемый пробег. Вот этой машины конкретно пробег порядка, наверное, 100 тысяч километров. Из средний расход, который сбросить невозможно, составляет 4 литра. Соответственно, за 100 тысяч километров 4 литра на сотку средний расход. Это, как по мне, офигенный показатель. И я бы не колхозил бы с газом и со всем остальным, если бы у меня на Финике была такая система. По трансмиссии. В отличие от электромобилей, в которых стоит исключительно электродвигатель, как таковой нет вообще коробки, у вас постоянная одна передача, в этом автомобиле стоит полноценная АКПП. Ну как АКПП? Тут стоит вариатор. Соответственно, чем быстрее вы едете, тем меньше у вас расход. С электрикой немного другая ситуация. Чем вы быстрее едете, тем быстрее раскручивается электромотор. Соответственно, тем больше у вас расход электроэнергии идет. Здесь стоит вариатор, полноценная коробка, три сцепления. И вы можете ехать быстрее, при этом затрачивать намного меньше электрики, бензина, ну и всего остального. Из тех вещей, которые мне дико не понравились в этом автомобиле. А дико мне не понравилось в этом автомобиле, это дуристика сзади с раздельными сиденьями. По факту этот автомобиль четырехместный. Мы, конечно, вышли из этой ситуации. Короче, вроде Chevrolet Volt рассчитан на четверых. Но мы опровергли эту теорию, все-таки он рассчитан на пятерых. Просто второе место, ну не совсем чуть-чуть комфортное.
Саша, передавай привет. Есть пятый ряд, сложенный. Да, ты там шашлыки замачи, кстати. Готовить уже надо, да? Нам нужно было ехать, было жарко, выходные на Безлюд. Мы вышли из этой ситуации, все-таки пятого пассажира мы посадили. Правда, как посадили, мы скорее его положили в багажник. Но тем не менее, из ситуации мы вышли. Но это очень неудобно. Вторая ситуация, которая очень не понравилась. Вот мы, вы смотрели... 6 утра, люди, куда вы все едете? В BMW i3 вроде бы казалось маленькая машина, всего 4 метра. И с моим ростом 1,86 м сзади вполне достаточно было места, чтобы сидеть. Здесь ситуация другая. С моим ростом, если я сажусь комфортно, развалившись, сзади места нет вообще. Там вот такая вот щелочка и все. И сидеть там конкретно неудобно. Нет, ну, конечно, я пододвигаюсь, мне дискомфортно, но сзади тогда сидеть людям удобно. Возможно, не у всех такой рост. Ну, конкретно в моем случае, ну, дико неудобная эта вещь. По климату. Спереди вот мы столкнулись с той проблемой, на улице минус 30, минус, плюс 39, мы едем, спереди едем дубарь, конкретный дубарь, кондер маслает просто, что сумасшедший, сзади едут пассажиры, говорят, нам жарко, нам жарко, нам жарко, навали еще больше климат, ты начинаешь наваливать, у тебя уже начинают сосульки в носу замерзать спереди, а сзади люди, ну такие, ну более-менее что-то нормально, вот, ну я не знаю почему, как так сделали, ну идиотизм вообще, ну сделайте вы вот сзади где-нибудь, у вас же туннель полноценный идет, сделайте вы в этом туннеле воздуховоды, чтобы дуло на задних пассажиров. Нет, ни хрена. Еще одна вещь, которая мне этот не понравилась, когда у вас заканчивается электрика и включается двигатель, он дико громко работает, ну реально, вот так, просто гул такой какой-то стоит. Ну опять же, там, если это вы быстро едете, большие обороты, не нравится. Хочется тишины в автомобиле. Это электрический автомобиль по большей части. И вот такой звук, ну, он конкретно не нравится. Опять же, возвращаясь к заднему ряду сидений. Когда вы садитесь назад, вам как бы вроде бы прикольно сидеть. У вас солнышко светит. Вы можете смотреть на звездное небо, либо на солнечное небо. И вам кажется, что вроде бы вы чуть ли не в кабриолете едете. А если задняя крышка открыта, то вообще ощущение, что вы в кабриолете. Но при этом, при всем, конкретно напекает башку. Ну вот, ну очень напекает. Пиздец просто. А еще, учитывая, вроде бы вот так смотришь, да, и автомобиль не сильно покатая крыша. Но сзади, если все во всех автомобилях делают выемки в крыше для голов, то тут наоборот, как бугор вот так идет. И ты, когда садишься, ты конкретно головой трешься об крышу. Но опять же, я говорю, у меня рост очень высокий. Если кто-то будет пониже ростом или там детей назад посадить, возможно, такого не будет. Я когда сижу, я конкретно вот, мне чтобы сесть удобно, мне нужно развалиться чуть-чуть и голову на подголовник положить. Тогда да, тогда мне еще сидеть удобно. А так ты вечно головой трешься об эту крышу. Я не знаю, там сальных пятен, конечно, нет. Наверное, это только у меня проблема такая. Но она есть. Камера заднего вида. Тут как бы есть парктроники спереди, парктроники сзади. Есть камера заднего вида. Но какой... сделал контрастность в этой камере такую, я не знаю. Я пытался найти в настройках где-то, я что-то мне так и не получилось найти. А я на этом автомобиле катаюсь уже, ну, больше 2 недель. Не видно в камеру ни хрена. Ну, реально, вот когда сильно светит солнце, тебя контрастность душит эту камеру до такой степени, что у тебя сзади все светло, а там, где асфальт, у тебя темень просто. Просто черное пятно и непонятно, куда ты едешь. Ночью вообще отдельная тема для разговора. Когда ты сдаешь назад, сзади какой-то красавчик в угоду спорткара по центру, снизу сделал задний ход. Ты мудак. Человек, который придумал, ты мудак. Вот я тебе вот конкретно заявляю. Потому что, когда ты включаешь камеру заднего вида, светит вот такое вот пятнышко, непонятно куда и не видно ничего. Учитывая еще контрастность камеры, у тебя вот такой вот какой-то более-менее треугольник света, и все остальное вообще нахрен в темноте. Я пробовал выключать заднюю камеру, ну как, не камеру, а задний ход, просто нейтраль и назад типа этот катиться. Тогда все видно. А когда загорается задний фонарь, весь свет на него идет, все остальное затемняет полностью. Что за бред? По интерьеру данного автомобиля. Вот классно все сделано, вообще вопросов нет. Все удобно, все на своем месте. Коробка КПП, есть подстаканники, удобный подлокотник. Все сделано классно, все замечательно.
информативный дисплей, ничего не можешь сказать. Он красивый, все это, все понятно, все видно. Мне дизайн, вот я реально сейчас на него смотрю со стороны, мне очень он нравится. Кому-то вроде бы как, я когда смотрел про электромобили, там рассказывали, куда-то что-то, где-то грязь какая-то будет забиваться. Ну ничего нет, вот все, все в машине в этом, в салоне идеально. Сенсорные кнопки, весь дисплей, вот такая вот вся панель, это чисто сенсорные кнопки. Казалось бы, вроде бы плохо, но нет, ты к этому привыкаешь, и на самом деле это все удобно. Вот как в Тесле там полностью сенсорный экран идет, а здесь экран не сенсорный, но полностью сенсорные кнопки. Очень удобно сделано, прикольные ощущения, поначалу непонятно, а потом, когда ты привыкаешь и втягиваешься во всю эту тему, ну действительно, ну очень нравится. По управляемости данного автомобиля, Camry, ну вот реально Camry. Я вспоминаю годы владения Camry, и я понимаю, что по повадкам это то же самое. Здесь нет управляемости, как в электромобилях, потому что там идет батарея внизу, весь центр тяжести внизу, и сумасшедший, ну неописуемо, я вам уже рассказывал, как рулится электромобиль, здесь такого нет. Здесь под капотом находится 1.4 двигатель, он тяжелый. Здесь находится еще под капотом электродвигатель, он тоже тяжелый. И морда получается тяжелая. Когда ты начинаешь где-то закладывать в повороты, это очень сильно чувствуется, потому что морда так и хочет вперед куда-то уехать. Это не очень понравилось. Вспоминая, кстати, Безлюд, там песка очень много, и ситуации такой, как с BMW i3, вообще не было. Роет, что дурная. Перед нами три машины сидела, короче, мы такие ля-ля-ля-ля-ля. Чё-чё-чё-чё. Тапок в пол пошел. Мягкая, плавная. Ну, тут Camry, вот такая вот. Вот корова, знаете, вот машина не рассчитанная на то, чтобы ты где-то дико навалил. Ты просто едешь комфортно, ты по брусчатке едешь, ты вообще этого не ощущаешь и не понимаешь. Плавность хода сумасшедшая. А как вам вообще внешний дизайн? Вот дизайн автомобиля — это, как бы так сказать, вкусовщина, да? На вкус и цвет товарищей нет, и у каждого свой любимый цвет фломастера. Но мне дизайн очень нравится. Таких автомобилей их реально немного, их довольно-таки, да я не знаю, может быть, штуки 3, может, в Харькове ездят, ну, по крайней мере, те, что я видел. И очень красивый цвет. Реально, ты едешь, и народ на тебя все такие, что за тачка, что за тачка. Если вот так вот взять, закрыть еще значок Шевролета, вообще фиг просышь, что это за машина. Ну реально, вот ни спереди, сзади вообще непонятно, что за машина. Очень красиво смотрится, и цвет дикий. Реально дикий цвет мне, блин, вот он очень идет этому автомобилю. Финику реально такой бы цвет не пошел, а этому автомобилю, ну он реально очень классный. Вы, кстати, очень часто спрашиваете по поводу зарядок. Я вроде бы постоянно рассказываю, но все равно эти вопросы возникают. Есть такая программка, называется Plugshare. Сейчас этот шарабан проедет. Полиция, кстати, едет. Есть такая программа, называется Plugshare. Это мировая карта, на которой отмечены все полностью зарядки по электромобилям во всем мире. И когда ты на них заходишь, то видно, сколько, очень много зарядок по всей стране, и в том числе в Харькове. То есть проблем с тем, чтобы зарядить автомобиль, нет вообще взагалі. Вы можете зайти и посмотреть. Если взять автомобиль, сколько он заряжается. Здесь небольшая стоит аккумуляторная батарея. И хотелось бы, чтобы она заряжалась намного быстрее, но нет. По факту, что Leaf, что эта машина, хотя батарея здесь в два раза меньше практически, заряжается по времени одинаково, порядка, наверное, 2.5 часов. Вот на обычной стандартной зарядке, которых по городу очень много, автомобиль заряжается 2.5 часа. Также этот автомобиль элементарно можно и заряжать дома. В комплекте идет шнур, вы с этим шнуром в этот один часть в машину, вторую в этот в розетку в гараже, порядка 7 часов, у вас полностью заряженный автомобиль. То есть вам в принципе, вообще можно по этому поводу не париться, где его зарядить. Ночью в гараже, либо во дворе. Я уже вам рассказывал эту историю с зарядками. Воткнули и все. Ну, а по бензину вообще понятно, любая заправка, приехал, задулся и поехал дальше. Я не знаю, наверное, это все, что я вам хотел рассказать про эту машину. Ну, что-то другое. Ну, реально что-то другое. И автомобиль на самом деле не такой дорогой. Если взять BMW, вы там спрашивали, сколько он стоит, BMW i3 стоит от 24 тысяч долларов. Такая машина 12-15 тысяч стоит. Да, это бэушный автомобиль. 12-15 тысяч
и расход у вас получается 4 литра. Я недавно смотрел обзор Wylsacom на новый Prius, и он там говорил, 4 литра, как достигнуть, это так мега круто для автомобиля, для нового Приуса. Люди, в 2008 году, эта машина с 2008 года выпускается, в 2008 году еще придумали ту схему, при которой у тебя может быть расход 4 литра. Поэтому Prius новый, расход 4, типа круто. Нет, я бы сказал нет. Друзья, ну вы знаете, что делать. Лайки ставим на канал, подписываемся, участвуем в конкурсах на этом канале. Сейчас вот очень проходит интересный конкурс с тремя призовыми местами. Первое место — это 3 дня катания на электрокаре. Второе место — это 2 дня. И третье место — это день катания на электрокаре. Это тот случай, когда вам никаких затрат нет. Нужно подписаться на канал, нужно написать комментарий и покататься 3 дня, выиграть поездку, 3 дня катания на электромобиле. Все, друзья, у меня на этом все. Мы поехали кататься. Возьмем какой-нибудь еще интересный автомобильчик вам на тест-драйв. Ну, а вам хорошего дня. Все, всем пока. Ну, или так. Да, если обозрали, что ли? Ну, типа да.